Всем доброго вечера. Всем доброго вечера. Ася, ты не пузяку хотел выставить, что я тебя погладила? А, девчонка, а ты что разбесилась, развеселилась? Ты только что так валякалась с братиком, хорошо. А дай я тебя поцелую. Давай пузяку поглажу. Давай. Поглажу пузеньку такую хорошую. Вот, мальчишка уже все. Спать идет, да? А ты у нас? Ты у нас как маленькая юла, да? Только что лежала, этот лежит, балдеет. Мы уже нацеловались, наобнимались, да? Халюсенький нас. Все, отвернулся, говорит, я спать хочу, у меня тут игрушка лежит. Да? Носиком проверил свою игрушечку. А это разбесилась, только что с него так вот лежала, валякалась. Да? С козяйцей-то она спать не идет, да? А это все говорит, давай еще поиграем тогда. Мешает ее хвост, да? Скажи мне, хвост мешает. Она, скажи мне, этим хвостом спать не дает. А это маленькая, такая говорит, давай играть. А давай спокойной ночи всем желать. Нет, ты еще хочешь делать кусики и грызики. Да разве ж так можно, а? Столько играть и веселиться. Откуда у тебя силы-то будут? Правильно он, брат, говорит, пойдемте все спать. Да? Пузеньку, скажи, мне наглаживайте. Грудочку мне наглаживайте. А это прыгает, не устает прыгать, да? Скажи, я такой довольный парень. О, и спинку давай почешем. И ушки, обязательно ушки. Ушки на макушке у этой вот зверушки. Колесенький, все, устал. Скажи, я столько дел переделал, выиграл, веселился, бесился. А завтра у нас день рождения. Да, завтра нам будет 2 месяца. Ты представляешь, какие вы завтра большие будете? Праздновать будем? Да? Будем праздновать. Праздник будет завтра большой, великий праздник. Наш маленький, но большой и великий праздник. 2 месяца вот этим вот маленьким зверушкам. Ай, колесики. Все, а этот даже говорит, я не хочу реагировать на вас, я буду спать. Ну и мы всем желаем спокойной ночи и самых-самых добрых снов.